Доброе утро, друзья! А мы сегодня приехали на пляж, который называется Капил Бич. И Джикеш не хотел меня сюда везти, говорит, здесь вообще ничего интересного нет. Чем мы сюда поедем? Находится он где-то приблизительно, по моим ощущениям, километров 20 от Варкалы. Да, Джикеш, где-то так? Да. Да, 20 километров где-то от Варкалы. А есть здесь что-то интересное или нет? Смотрите сами. Мне, например, очень интересно. В этом месте река впадает в море, и очень-очень много рыбаков. Смотрите, какая тетенька колоритная идет. На голове несет корзинку. Ну что ж, друзья, утро любого индийского человека, конечно же, начинается с чашечки чая. И мы решили остановиться, чтобы выпить чайку, так как дома не успели. Ты смеешься? Что ты смеешься? Прочитай мне, что здесь написано. Чая? Чая. Здесь? Сипаку умере. А, переведи. Здесь такое. А? Что такое? Это штука раньше. Штука раньше? Переведи, что это за штука? Сипа. Это ледяное. Фруктовые ледяные. А, лед фруктовый, я поняла. Я поняла, что это. Посидеть можно. Никто не хочет. Я сяду. Садись. ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടനിരുന്നു കഥകളൊക്കെ ഇപ്പൊ Вот здесь вот рыбаки достают свои сети, и здесь же можно рыбу и купить. А море вообще гладкое-гладкое, и орлы летают в надежде что-то себе споймать. Вон сколько орлов. Пляж, конечно, очень-очень грязный, к сожалению. Это место не туристическое, но вообще-то я читала про это место, что это очень красивое место.
Насчет красоты не знаю. Отличается он пока от других пляжей только тем, что очень грязный. Видно, здесь не убирают, потому что так вообще убирают на пляж. Ходят специальные службы есть, которые убирают на пляж. Там, где есть туристы. А здесь туристов нету, поэтому не убирают. Зато помусорить есть кому. Море лодочки. Мы когда ехали вчера вечером, в море было очень-очень много рыбацких лодок. Прям вот так там в темноте фонарики горят в море, как будто бы целый-целый город. Так интересно, так красиво. Здесь крабиков нет. Ну, видишь, нету. Сейчас пока еще рано, они чуть попозже крабики повылазят. Где-то, по-моему, они конец января, февраль, вот так вылазят. Да, водичка классная. О, все, уже намочили. Пойдем посмотрим, что там с другой стороны. Там речка с другой стороны. И вроде бы там тоже рыбу ловят. Сейчас мы пойдем проверим. Смотри, здесь тоже черный песок. Видишь внутри? Если копнуть. Да, черный. А у кого-то шорты мокрые. У кого-то штаны мокрые. У кого-то штаны мокрые, да. Я на пляж в штанах пришла, в джинсы. Вот у меня мокрые штаны. Но мы не собирались на пляж. Это так, спонтанно. Ну, пойдем на речку посмотрим. Вот здесь церковь христианская. Знаете, я заметила, что здесь нету вот таких вот, ну, с куполами церквей, как у нас классические. Здесь всегда как-то по-другому. И все они разные, вообще одна на другую не похожи. Здесь вот рыбу продают. Ой, вон скат электрический. Сейчас мы еще погуляем, потом что-то купим. Я думаю, здесь рыба точно свежая. Крабы. Креветки. Айла? Айла хочу. Айла люблю. Айла — это макрель. А чура — это тунец. Трое.
Это на 100 рупий? 200. Ого! Это из-за того, что я? Вот это вот на 200 рупий, сколько там, 5 штук? 7. 7. 7 вот таких вот рыбок. Это маленькая макрелька. Что прикупили мы свежей рыбки. Акула. О, вот эти. Акула. Это скаты. Козлики. А что это такое длинное? Мурен? А ты не комбайл, выглядит третали, 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 Как сосиска рыба. Рыба-сосиска. В общем, к речке мы выйдем где-то в другом месте, по дороге обратно. Там есть, ну, подход, я так поняла, более живописный. Так, пожалуйста, не прикалывайтесь на нас, что мы на пляже в масках. Здесь все в масках, здесь очень многолюдно, очень много людей. И это как бы не совсем пляж, это скорее рынок. Правда, у меня маска, конечно, одета. Неправильно. Вот так правильно. Птички в поисках добычи летают. Вы такие большие. О, большие, видно, хорошо здесь кормятся. Подворовывают у рыбаков рыб. Вот здесь вот море, а с другой стороны речка. Вон рыбаки на удочку рыбу ловят. У тебя удочка в машине, нет? Нет. Thank you.
так.